включил. Да, Сереня, играй на гитаре. Крути палки. Уважаемые организаторы телешоу «Новая звезда», к вам обращается группа «Гринго». Мы из города Жуковского, из Подмосковья. Самая, наверное, лиричная поп-рок-команда на свете. Если рассказывать нашу историю, то коротко все равно не получится. Получится очень длинно. Мы существуем чуть-чуть меньше года, 11 месяцев. Но за это время мы успели поколесить по нашей родине вдоль и поперек, сыграть кучу больших, кучу сольных концертов в Москве, в Питере, в Крыму, в Орле, в Ярославле и так далее и тому подобное. Мы практически записали альбом, и вы спрашивали, почему вы должны взять именно нас на третий сезон. Потому что я поспорил с парнями, что если мы не попадем на третий сезон, то мне придется сбрить бороду, а для меня это очень большой траур. Поэтому у вас просто нет шансов нас не взять. Пока!